На данный момент участки более плодородные, вот, озимая пшеница. Вот здесь мы увидим, что у нас зерно выполненное, есть хорошая натура. У открытого акционерным товариством «Беловежский» уборочная компания активно переодолела экватор. Уроджайность свыше 39 центнеров с гектару. Первыми прибрали поля, которые больше за других потерпели от засухи. В целом, исходя из этих условий, мы считаем, что урожай неплохой, как яровых, так и зерновых. Сейчас, на данный момент, мы убрали 50% зерновых, зернобобовых. Общая площадь у нас составляет около 7 тысяч гектаров. Большая клин у нас составляет 5 тысяч гектаров. Большая клин у нас составляет озимых зерновых. Более 5 тысяч гектаров. Остальные яровые и зерновые. Комбайнеры у полях самой раницы, и тут нельга мородить. Настрой на дворе изменяется литерально по хвилинах. Задача агульная – прибрать хутко и якостно. У поля працуются семейные пары. Сергей и Алена Богомоловы разом на жниве уже у другий раз. Целый день в поле. Примерно убираю 11-12 гектаров пшеницы там или ячменя. Мне лишь бы убирать хлеб. Я привык, дед учил меня на комбайне работать, потом перешел с батькой, у батьки на помощником на Ниве был, потом перешел на Дон, сейчас уже работаю на Джондире. Ну, как бы денег подзаработать, потому что трое детей, двое маленьких, сын старше, 21 год. В мои обязанности входит идти за комбайном, смотреть потери, чтобы не было потерь. Але важно не только нарыхтовать, але и заховать. В данный момент, значит, зерносушилка сушит зернобобовую культуру, вот ячмень с примесью гороха. Ну, надо сказать, что работа проводится очень оперативно. То, что поступает с поля, фактически за сутки-полтора оно просушивается, перерабатывается вот уже на сушилке. Глебы, на яких уже прибрали збожжевые, рыхтуют до новой посевной. Выполняем глубокорыхление на большую глубину 27 сантиметров. Приступил вчера, готовят под рожь, по-моему. Производительность большая, техника, 60 в день. Усяго ж у Брэсской области прибрано свыше 15% площади збожжевых. У лидерах – паўднёвые районы – Брэскі и Камянецкі. Озимый ячмень мы уже завершили уборку. У нас более 4 тысяч гектаров было убрано. Намолотили мы 20 тысяч тонн озимого ячменя. И так постепенно убираем. Более 10% мы уже убрали тритикали, пшеницы, 20% ржи мы убрали. Ну и постепенно все культуры, в первую очередь сейчас убираем те, которые пострадали от засухи, от повреждений. Зараз аграры в области намолотили уже около 200 тысяч тонн збожжевых. Плануется, что вага регионального караваю складе около 1 миллиона тонн. Евгения Мороз, Роман Филюсич, телерадиокомпания «Брест».